не однотипна в музыке, потому что я люблю слушать одну музыку, а петь другую. Но я всегда нахожусь в музыке внутри нее. Я всегда с ней. Я просыпаюсь и засыпаю. Неважно, в каком она варианте, в каком она носителе. Поверьте, это правда, то, что я засыпаю с нотами. Мне очень радостно, что я могу выходить в прямой эфир. Я могу заниматься подготовкой номеров и исполнять новые песни. Это очень приятно, тем более, когда ты видишь отдачу, когда ты видишь реакцию, будь то судей или просто зрителей, ты понимаешь, для чего ты это делаешь.